Верховный суд Пакистана признал премьер-министра Наваза Шарифа несоответствующим занимаемой должности и постановил начать в отношении него уголовное расследование. Он обвиняется в незаконном обогащении на основании данных, опубликованных в так называемых панамских документах. Наваз Шариф уже подал в отставку, но он продолжит исполнять обязанности, пока правящая пакистанская мусульманская лига не изберет его преемника. Сторонники оппозиционной партии Техрик-и-Инсаф приветствовали решение суда. Но многие наблюдатели опасаются политической нестабильности.